Привет. Буквально небольшой фокус, как нам сделать из имен, как попало написанных, с маленькой буквы, большая середине, сделать имена правильные. Вписываешь одну формулу в другую. Proper. Это значит все буквы сделать маленькими. И lower. Что значит первую букву сделать большой. И все. И вот. Размножаешь ее, получается у тебя правильные имена.